Всем привет, ребята, меня зовут Джон До, мы продолжаем проходить Dark Souls в комнате чемпионов, тем самым игра становится сложнее, и прямо сейчас мы находимся в замке Дранглейка, и прямо перед нами королева, и там, кстати, по ходу дела туман, который ведет к этой королеве, и, возможно, она сейчас станет боссом. Как-то так, предыдущая серия была жесткая, я был злой, я всех ненавидел, потому что я был голодный, но сейчас я позавтракал, поэтому я буду сегодня добрый и милый, давайте поговорим. Ты превосходно сражался в своем путешествии, проклятая нежить. Я Нашандра, королева Дранглейка. Настоящий царь несет на себе бремя своих душ. Прошлый король этих земель, король Вендрик, так его звали. Он нашел себе силы править своими людьми. И когда нежить появилась на этот свет с проклятием, он нашел еще больше сил, чтобы противостоять им. Но в конечном итоге, он так и не занял свой законный трон. Посети Вендрика. Нам не нужно двое правителей. Все, она не хочет ко мне со мной вообще разговаривать, говорит, типа, посети Вендрика. А что, где его искать, не подскажете, пожалуйста, будьте так добры. Что тут написано? Помогите мне. Сначала босс, потом бонфайр. И кто вообще здесь босс? Я здесь босс. Так что не хрен. Подожди-ка, где моя дубина? Я сейчас просто отколупаю просто всех этой дубиной. Подожди, где она была? Блин, мне надо поднимать, короче, soul level. Я хочу вот эту штуку, понимаете? Я очень хочу эту штуку. Мне не хватает всего херни. У меня 38 силы и 4, получается, и того. Мне не хватает 12 уровней. Будем поднимать, чтобы к концу игры я уже с этой секирой просто всех выносил, потому что я с ним как бог орудую, научился в первом дарке, и тут просто я представляю, что я буду всех выносить ей. Но сначала нам нужно, где моя дубина, ёшкин, где ты? Я не могу найти дубину, она прям у меня сливается. Либо я уже совсем ослеп, либо их хер знает. Ну была же, ребят, дубина, ну серьезно, что это за приколы? Вот она. Плюс 7. Она. Ну все, королева. И я иду гасить босса. Давай. Ядрить. Двое. Хорошо. Херня. Как он меня пропеченил-то от души. Зацепил мальца. Ладно, я просто растерялся. Почему? Потому что там наверху стоял. Я просто не знал, как с какой периодичностью он стреляет из лука своего. Но я думаю, это вообще будет элементарно, ребят. Ну что смеяться? Это серьезно будет очень легко. Но сначала нужно добежать до туда опять. Это будет не так сложно, я думаю. Ну, броня мне это просто нравится, она офигенная. Буду ее качать, сейчас вкачивать, перекачивать. Потому что, ну, как бы, ну, хорошая штука же. Правильно? Сейчас главное не торопиться, не суетиться. Ух ты, куда ты полез? И все будет просто огуречно. Я просто думал, что если я зайду в туман, я попаду к этой как раз таки королеве. И как бы что-нибудь там нарушу, как было с этим. Ядрить. Как будет с Гвиндолином? Сейчас мы здесь пробежим. Я там вижу какую-то плюху. Он закрывает проход, сука. Ну что вы, сопляки? Они меняются? Или мне кажется?
Я быстрее тебя. Блин, что-то я косячу, ребят. Что-то я расслабился маленько. Сейчас все будет, ребят. Сейчас все будет. Два Драгонрайдера. Я думал, там будет что-то потяжелее. Блин, надо поменьше умирать, потому что, блин, у меня человечности ни хрена нет. Что-то я начинаю опять расслабляться. Все, давай, собрался, пошел. Три всего сраных рыцаря, которые просто легко станятся и легко валятся. Что ты на них умираешь, это за вопрос вообще загадка просто невероятная. Вот это я понимаю, прям как Нео из Матрицы. Вон там, смотрите, там какая-то плюха лежит. Так, первый пошел. А вот к этому жизнь меня не приготовила. Теперь ты... Опачки. Не ждал. Просто мастер. Здорово, замечательно. Иди сюда. И что я с ним парился этого? Как вообще мог я на них умереть? Это, конечно, загадка. Ну, просто, ребят, неаккуратно играю. Куда-то тороплюсь, пишу. Ты вот у меня все время, только как только включается запись, начинаю куда-то торопиться, бежать быстрее, скорее. Не знаю, что со мной не так. Я надеюсь, вы не проснетесь хоть. Ну, вы безголовы, так что, я думаю, вряд ли. А вот там плюха, походу, дела. Надо потом будет попрыгать там, посмотреть, что там вообще валяется. Все. Значит, сейчас нужно что сделать? В первую очередь, нужно приготовиться. Чтобы приготовиться, нам потребуется какая-нибудь слизь, мазь. Ну, пускай будет даже хотя бы отравляющая. Насрать вообще абсолютно. Думаю, вот это возьмем. Это мы убираем. Возьмем какие-нибудь, может, ножички, я не знаю, или еще что-нибудь. Как думаете? Пускай будет только это. Ну, пускай будет бомба еще электрический, хороша. Нет, никуда ты... Сейчас бомбу в него кинем. Давай, Драгонрайдер. Получил. Кажется, он активизировался, да. Шлепанцы. Попал, сука. Да, конечно, вдвоем они немножечко, конечно, блатные. Нет, нет, нет. Блять, ну что такое? Поторопился, поторопился. Нужно было все-таки оставить назад, чтобы отпрыгнуть. Забывая про это постоянно. Нужно запоминать, что нужно оставить хотя бы немножечко стамины. Не надо никуда торопиться. Он, конечно, сзади уже спрыгивает к тому моменту. Но это ничего страшного. Это ничего страшного. Потому что того добить там, как два пальца об асфальт. И все. Не могу ничего с собой, ребят, поделать. Вот все время. Вот все время так, не знаю. Когда комментируешь и записываешь, вот все время какая-то херня происходит. Это как-то сложно довольно-таки описать. Кто не пробовал вообще писать и комментировать, тот никогда в жизни не поймет. Отвлекаешься, пытаешься, думаешь, думаешь, думаешь. В тот период времени я затыкаюсь, но в таком случае я получился в лоб, как только я говорю отвлечь. Я закрою рот, чтобы, ну, это самое. Чтобы не отвлекаться просто. Здравствуй, здравствуй. Да это мне повезло, ребята.
Ём. Иди к папочке. Ага, иди сюда. Вот и все. Все, собрался. Все будет хорошо. Ты победитель по жизни, так что все будет нормально. Эти все дрыщи падут. Ты прошел Dark Souls 2. Dark Souls 1 с кольцом бедствий. На новой игре плюс 5. Поэтому можешь все. Да нихера я не могу. Сейчас, ладно. Сейчас. Все, я затыкаюсь. Не отвлекайте меня. Не дышите там, вообще ничего не говорите. Все, давай. Здравствуй, пупсик. Что-то я говорю, что не буду говорить ничего, а в итоге я говорю. Нормально. Ух ты, как меня пронесло, да? Активизировался тот. Отходим. Ух ты, вот теперь их двое. Вот теперь будет больно. Как я два раза попал по этому, что ли? Я! А-а! Да как так-то, ёп? Теперь ты. Ага, почти. Да ёп. СТД, они прям как Арштейн и Смоук, слушайте, друг друга дополняют. И причем они атакуют по очереди, только один встал, сразу другой идет. Один встал, другой сразу идет. Надо от одного избавляться сразу. Это, короче, нужно делать, значит, грамотно, что нужно выманивать ближе ко входу, чтобы его вольнуть. То есть нужно именно, вы поняли, да, суть, что я хочу, нужно выманивать его подальше, чтобы у меня было время, пока будет второй бежать. Тем самым я смогу быстрее его завалить. Тем самым я выиграю. И, короче, ясно. Я все понял. Сейчас будем работать над этим. Это последний раз, когда я так бегу и рассуждаю, потом я буду обычно вырезать это, ребят, чтобы вас не парить. Я так и не понял, что там наверху плюется, но... Короче... Пофигу, потом посмотрим. В колено мне попали. Да. Раньше я тоже умел ковыркаться, но потом мне попали в колено, да? Куда, куда разогнались, ребята? Куда? Что-то начали немного меня прогибать. Иди к папочке. Да что такое? Короче, ребят, я вырезаю, давайте потом включусь.
Все, ребят, было элементарно просто. Честно скажу. Я тупил, оказывается, знаете что? Оказывается, что... Что? Оказывается, что у второго было меньше здоровья все это время. Прям как во сне. Да-да-да, шикарно. Кстати, ребят, помните, я вам говорил про проклятие? И что выяснилось? Помните, я думал, там урна где-то стоит. На самом деле, когда подходишь к картине, тебя начинает проклятие. Ну, в смысле, это проклинать тебя начинает. Короче, я офигел аж. О, привет, привет. О, мы снова встретились, дружище. Рад тебя видеть в здравии. Да, воистину замечательно. Я пришел сюда с Дальнего Востока, чтобы отучить свое мастерство владения мечом. Легенды гласили, что эти земли населяют могущественные создания. Этот меч передавался из поколения в поколение годами. И только настоящий мужчина может правильно им орудовать. Я могу встретить любого человека или зверя. Но никого, кто бы шел в сравнение с моим мечом. А ты мне его подаришь? В этих землях настоящий бардак, не так ли? Король пропал, а у людей безумный блеск в глазах. Земли заполонили ужасные твари. Нет лучшего места, чтобы проверить клинок, не так ли? А, подожди, он то же самое уже сказал мне. Жаль, конечно. Это у нас теперь есть бонфайр, и мы можем отправиться в Маджулу прокачаться маленько, потому что мне нужно, ребят, как я посчитал, 12 уровней поднять, сейчас будет 10, скорее всего. И прокачаем сейчас свою броньку, а что еще остается? Больше ничего. И ждать, когда еще 10 уровней подниму. Да. Давай, лэплапнуться хочу. Сила. Раз. Два. Еще 6 силы и 4, да. 8 косарей у меня еще осталось. Их я потрачу грамотно на прокачку брони. И там что останется, потом посмотрим. Блин, форс, кстати, я что хотел? По части моей секиры-то любимой, где она была? Можно ее прокачать-то хоть? Потому что пока что я не наблюдаю этого. Походу дела нельзя, потому что я... А, вот она, да. Твинкл Титанит у меня один есть. Что за косарик можно? Хорошо. Где та броня, которая на меня идет? А вот она, да, могу прокачать. Большой титанитовый осколок. Вот так. Вот так. И все, не хватает мне титанитовых шардов. Большие есть еще, конечно. Могу шлем прокачать, но у меня не хватает душ. Подожди-ка. У меня же были где-нибудь души? Да, у меня большие души есть. Можно либо поднять уровень, либо нет. 19 косарей нужно. 19, даже для следующего уровня. Нужно 14 для следующего уровня. Давайте все-таки поднимем уровень и прокачаем на оставшиеся. Нет, давайте не будем качать на оставшиеся. У меня есть идея получше. Осталось 9 уровней поднять. Я думаю, мы успеем это сделать за это прохождение, потому что мне очень хочется побегать с этой секирочкой. Я сейчас знаю, что я сделаю. Я сделаю, как я на другом сейве делаю. Закупаюсь этими. И пользуюсь ими от души. Это мы убираем отсюда нахер. Ну, где-то мы недалеко, наверное, уже от зеркального рыцаря. Очень хочется с ним столкнуться, посмотреть, что за тварь вообще. Хотя бы глянуть одним глазком. Главное, глазка после этого не лишится. Не, блин, офигенно просто. Это какая-то сокровищница короля, я так понимаю. Это херово какая-то, все накидали. Ядрить. Я ж что-то... Кто это там такой меткий? Ага, понятно. Че пишут? Тупик? Нифига не тупик, потому что по-любому что-то нужно сделать, чтобы это все говно открылось. На заметку взяли, ребята. Ух ты, прям рядышком.
Значит, теперь мы идем вот сюда. Ничего больше не остается. Вниз точно не надо. Или надо, хрен его знает. Это не работает почему-то. Это все очень странно. Впереди лошадь. Спасибо. Закрыто. Понял. И куда это мы так поднимаемся? Нихера там подниматься еще. И где я окажусь? Сейчас что-то будет. Да, топ сомневался. Куда вы тут? Минус один уже есть, так что, ребят, ваша смерть не за горами. Сюда давайте идите. Там еще целый зал, который там куча дверей, я помню, ребят. Просто, как бы, ну, подождите пока. Охренеть, и что? Он что-то делает, поднимает, и что-то открывается, и что-то опускается. Блин, я так и не увидел, что. Может быть, поднимается как раз-таки та решетка у двери, а может быть, поднимается тот самый лифт, который я спалил еще, пока бежал туда. А нет, все-таки лифт, ребята. Сначала, пока он опускается, я сбегаю быстро, или поднимается, я пока сбегаю быстренько, посмотрю, что за той дверью, может, что-нибудь интересное есть. И все. Мои души. Да уж, они, конечно, жесткие противники. Здоровья сносят достаточно. Что-то мне это не нравится. Тихо. Да что такое? Слушайте, вообще не дают проходу. Вот суки, а. Что же за той дверью? Она закрыта хоть или открыта? Давайте сразу проверим. Пока они там будут вставать, мы сразу чик забежим. По Шурику все сделаем. Это какая-то жесть, слушайте. Меня просто выносят все. Ковенант чемпионов, это, конечно, адский ад, если честно. Еще у меня не закончится, кончил. Ну да, конечно, у меня здоровье подходит к нулю плавно. Мне нужна человечность где-то. Кошмар. На улице вязы, блядь. Открыто, ну хоть это понятно стало. Здесь сундуки. Два сундука. И там еще что-то есть, блин. И мне нужно этих недолюдей убить. И я вернулся. Я думал, в начало куда-то. Пускай они уйдут потом. Потом ядрить. Ребята, я отсюда ухожу. Что-то какая-то жесть тут вообще. Этот замок. Я и плачу, как говорится. Там что такое еще какая-то Катарина. И что-то еще там было, уже забыл. Не увидел. Так и будем, ребят, что делать? Нужно забрать же. И еще лучше. Я разбудил еще тех. Я молодец, просто 10 баллов. Ну и что вы сделаете теперь, а? Упыри. Хаммер. Короче, вы поняли, да? Молот древнего рыцаря. Ага, один есть. Теперь не с копьями, замечательно.
Этих я быстро сейчас положу. Тихонько. Сейчас все будет нормально. Я быстрее. Блин, разбили сундук, ублюдки. Там еще на той стороне есть сундук. Все эти страдания, понимаете, напрасны. Только что были. Это печалит меня немножко. Тихо, не надо так делать. Это мне не нравится. Нет, нет. Да что такое, ребят? Ну это просто какое-то издевательство. Короче, попозже. Попозже. Пока двигаемся дальше. Потом уже сюда вернемся, прокачаемся. Я секиры просто здесь всех вынесу. Весь замок тут перепотрошу. Сейчас бабах, упал, разбился и все, и хана. Нет. Что-то высоковато меня поднимает. Замечательно. Ну-ка сразу лифт спускаю. Это что такое? Это Silent Hill начинается. Короче, нет ключа в инвентаре. Убивать, наверное, я его не буду, что-то мне его жалко. А что там такое? Девушка. Девушка. А, это девочка. Маленькая еще. Нужен ключ еще. Опа-на, есть. Есть ключ? Нет. Сильный магический щит. Soul Vessel и огненное семя. Знаете, я могу его, наверное, убить, не? Нет, не могу я его убить. Так что нам просто ничего не остается, кроме как уйти отсюда и пойти туда, куда я шел до этого. Ну тогда делаем таким вот образом. А что нам еще? Нам ничего не остается. Где мои косточки возвращения? Ну, конечно, я их не купил. Вообще не готов. Короче, я после этой серии буду готовиться, собирать души, собирать всякие там бомбы, всякие эти... Ну, короче, все буду собирать, ребят. Вне записи нужно мне подготовиться, потому что я вообще голый. То есть у меня даже ни смолы, ничего нет, ни бомб никаких. Я так долго не проживу. Поднимается. Самые лучшие, наверное, доспехи в броне. Самые лучшие доспехи в броне, да, ребят. Лучшие доспехи, наверное, в игре, мне кажется. Они вообще крутые прям. Безумно нравятся. Подожди, закрытые двери. Где есть закрытые двери?
Вот это вот. Да. Ой, кажись, босс меня ждет. И я видел это место в трейлере. Сейчас тут будут вставать рыцари и будут меня просто натягивать на одно место. Там, да. Громомолния. Да, вот он, все, сейчас будет пипец. Короче, ух ты, слушай, это же не зря дают. Это же не зря дают. Это специально положили. Сейчас будем отвлекать. Кто-то такой. Роуди. Нет, ты просто обычный человек. Дерево. Мужчина и женщина, или мне кажется. Образы какие-то. Ну, это древо. Наверное, то самое, которое вело к горнилу душ. Горнилу первого пламени. Здравствуй, здравствуй. Вот тебя вот я ждал. Не, вообще ни о чем. Но главное, когда они вместе. Потому что они толпой идут, поэтому как бы они несложные. Далеко они еще и резвые, посмотрите на них. Нет, слушайте, они нормальные, они достаточно сильные. Просто их нужно убивать до того, как они вообще поднимутся. Опять голос пропадает. Так, вроде все попустило маленько мой голос. Что-то ужас какой-то творится, ребят. Не знаю, что со мной такое, но голос пропадает частенько. Это так сейчас по мелочи во время записи, но обычно, то есть бывает так, что по часу нет в день. Все это меня очень печалит периодически. Сдох. А, то есть можно их убивать до того, как они еще поднимутся. Голову им сшибать. Понял. Не дурак, кажись. Теперь ты и все. Это вообще просто оказалось. Каждому можно найти подход. Душа гордого рыцаря и Твинкл Титанит. Замечательно. Как раз для моей секиры. И сейчас, походу, дело будет зеркальный рыцарь, ребят. Я вам 100% даю гарантию. Потому что, ну, похожая локация из трейлеров. Тут дождь в зале сейчас будет идти, и такой зеркальный рыцарь. Да, я здесь, сучки. Трепещите. Ну, давайте посмотрим. Да, здравствуй, пидорастуй. Ядрит. Попешник-то. Не, у меня такое ощущение, что он какой-то легкий. Нормально. Не, что такая херня. Не, нормально все. Ну, когда он будет, наверное, призывать, это будет жопа. Да что ж такое, слушай, что-то я просто косячу, если честно. Это все херня. Он слишком медленный. Да, у него сильные удары, но он говно, по сути. Нет, конечно, сейчас нужно привыкнуть к его мувсету. Так, попешник иди. Хорошо, не торопимся. Насрать вообще на дамаг, который мы ему наносим. Сразу спокойненько. Кажись, я въехал. Сейчас будет вызывать какого-нибудь пидораса. Ну, выпало-то какое-то чему отсюда, ладно. Это NPC, по-моему. Да, если бы был бы, наверное, игрок, мне кажется, он был бы поумнее. Хорошо. Это несложно. Вообще нифига. Сейчас сделаю, ребят.
Если бы игрок оттуда вылез, это было бы другое дело, это было бы страшно и опасно. А так-то это барахло, все, сейчас мы их раскидаем просто, ну как ничего делать. Перчатка пиромантии при мне, при мне. Все забрал же, да, здесь? Потому что мне показалось, что там какие-то плюхи еще были. Да не, вроде как все. Ну все, поехали, короче. Сейчас мы его раскидаем. Да, вот этого я точно не ожидал. Буду знать, что вот новенькое применяет этот мудила. Лечимся. Это все, на что ты способен? Если да, то это очень печально. От тебя-то я ждал очень большего, куда большего. Особенно в команде чемпионов. Друг мой. Чудесный. Да, конечно, то, что щитом он прикрывается сзади, немножко сложно. Добавляет сложности. У него приличное количество здоровья. Он очень сильный, в принципе, по своей сути. Нет, никого не вызвал. Значит, можно его станет еще во время призыва. Будете знать, кто не знал. Да, пропустил что-то. Я взял щит, свой этот меч. Закосячил, ребят. Я затупил, потому что я взял почему-то свою булаву в две руки вместо щита. Я думал, что у меня в двух руках была булава, нажимаю. Короче, затупил я просто из-за этого проиграл. Если бы не тупил, да, надо было еще, конечно, этот юзать, наверное, все-таки камушки вот эти, а не фласки, потому что камушки быстрее. Короче, все херня. Еще то, что его станет можно во время призыва, это еще плюс. Сейчас просто немножечко приловчусь, и все, я буду его делать в дальнейшем. Он не очень сложный босс для понимания. Не, прикольно, конечно, сделали, что можно от них избавиться. До их официального появления на публике. Куда? Щит возьми в две руки. Нифига вы, Рэмбо. Уважаемый товарищ. Стоп, а чё у меня так медленно становится стамина? Нормально все, сейчас все будет. До свидания. Теперь вы, товарищ уважаемый. Все, сейчас примолчу немножко, чтобы не отвлекаться, и все будет нормально. Ясно.
Так, сейчас нужно что-то придумать. Как бы мне подлечиться так? Статуи. Ой, эти колонны. За колонну он разобьет, как нихер делать. По идее, правильно ведь? Мальца зацепил, да. Есть такое дело за ним. Вот, есть, пошло. Черт, не успел. Сейчас он прыгнет на меня. Мы сейчас берем перчатку пиромантии. Лови, педрила. Не, у него хорошая защита от огня. Либо я плохо перчатку прокачал. Одно из двух. Я склоняюсь больше к первому варианту. Закончилось. Ладно. Минус один. Ну хотя половина у него уже есть, ничего страшного, что он призвал еще одного такого мудила. Начнем с того, что я уже понял, как он... Блять, нет, ни хера не понял. Сейчас, секундочку, ребят. Что-то этот какой-то резвый попался, паренек. Два удара. Нету парня. Цепанул, конечно, неплохо. Угу. Появился новый смувсет. Хорошо. Новое движение, в смысле. Зацепился равно. Так, теперь начинает что-то веселиться, так это дело. Вошел во вкус, сучара, потная. Все, я иду к тебе, тебя халява кончилась, друг мой. Нет, халява, походу, дело у него только начинается. Блин, еще бы чуть-чуть, и он не вызвал бы его. Ну ладно, сейчас мы все решим. Так, цепанул, хорошо. Внимательнее нужно быть. Вот сейчас нужно быть вообще пиздец аккуратным. Так, вот сейчас нужно быть внимательным, сука, иди сюда.
Нет, подожди, пока там постой, пока не дергайся, чувак. Может какую-нибудь там электрическую хуйню пока поделать. Это хорошо, давай. Теперь я иду к тебе. Хорош. Тихонечко. Еще бы немножечко, и я бы его простанил до этого. Ну, как обычно, то есть, немножечко, и в итоге херня какая-то получается. Вот это меня пронесло, конечно. Да ну нахер! Да ну нахер! Почему я все время, блядь, тороплюсь, когда у него в конце, блядь, в... Это уже, наверное, 10-й раз, ребят, за все прохождение, когда я попадаюсь на вот такой хуйне. То есть... Чуть-чуть здоровья, я отвлекаюсь, потому что я вижу, что еще один удар, и все ништяк будет. И меня сразу убивает. И я никак не могу взять в толк, что так делать не надо, блять. Это Dark Souls, нахуй, а не, блять, Mario Cars 8. Короче, я вырубаюсь, добегу, включусь. Без комментариев в этот раз.
В общем, вот и все. Не особо сложный босс, если щит в жопу засунуть. То есть, ну вы поняли суть, да? Просто, ну, как он... Конечно, на первые разы, когда только с ним сталкиваешься, безусловно, ты не знаешь, что мувсеты, поэтому просираешь. Так и я просирал. Еще я просирал по своей тупости. Такое бывает, потому что, блин, ну... Я не знаю, что со мной такое. Мне просто даже обидно порой, я не могу понять такую вещь, то что если мало здоровья, значит, как бы это самое... Надо как бы быть еще более осторожным, чтобы не просрать. А у меня нет, я прям беру оружие, ломлюсь сквозь Open Fire Asketic, Spell Quartz Ring, сейчас посмотрим, и Soul Bolt, душевный, как сказать, болт. Вы поняли, да, короче, суть? Ну, короче, стрела. Подожди, по части кольца, ца-ца-ца. Чего у нас там, Диана? Там не Dark Quartz была, а именно... Это колечко какое-то было интересное. Old Sun. Плюс 2. Ищем, где плюс 2 есть на конце. Вот. Увеличивает защиту от магии. Ух, хорошо-то как. Прайс за Sun. Я даже тебе поставлю, друг мой. Все круто, все замечательно. Сейчас доходим... Стой. До бонфайра, ребят, и заканчиваем на этом серию, потому что она и так уже затянулась. Мы уже все ближе и ближе к финалу. Там еще, конечно, есть дополнительные миссии. Обязательно будет ковенант пилигрима еще. Я все обязательно запишу, просто пока что руки еще не дошли, ребят. В следующей серии, наверное, будет. Мне нужно поднять два уровня. Что-то мы какие-то в небытие какое-то едем. Бесконечное. Сейчас у меня голова закружится, надо стоять тихо. И куда-то мы пришли. Все-таки. Где же мы находимся? Ребят, вам ничего это не напоминает? А мне что-то очень, знаете что? Святилище Алачили. Я не знаю, почему, но... Как-то все это странно. Зеленая травка. Еще мне это очень сильно напоминает того демона из Demon's Souls. Изнутри большого. Кто-то поет. Это случаем не так? Знаете, ребят, что мне это напоминает? Это Ash Lake. Просто это столько времени прошло, у меня такое ощущение, что это и есть Ash Lake. Теперь вообще без сомнений, это точно стопудово, Лордон. Ну это точно, ну посмотрите, ну серьезно, это Ash Lake, это по-другому никак не... Это точно Ash Lake. Под землей огромное дерево, в корнях мы сейчас находимся. Оно. Что такое? А что такое? Почему все открылось? Как-то странно все это. Не могу, но, короче, у меня появилось здесь что? Или так и было? Короче, еще какие-то 4 локации осталось. И вот еще, смотрите. Вот еще один бонфайр. Здесь должен быть. Тут все открыли. Тут еще один бонфайр есть. Это интересно. Здесь все. Все. Тут еще один бонфайр. Я знаю же, где он. Ну все, кажется, да? Интересный поворот событий. Открылись почему-то все бонфайры. Я не знаю, с чем это связано. Уже писали об этом в комментариях. Вроде какая-то ошибка какая-то игры. Ну что ж. Качаемся. Сколько сможем поднять? 2 уровня сможем. Так что силу. 37 осталось 3 и 4. 7 уровней осталось поднять до секиры. Еще поднимем, наверное, прокачаем этот, как его... Броню свою. Ну все, ребят, всем спасибо за внимание, спасибо, что смотрели, не забывайте ставить большие пальцы вверх, комментировать, даже подписываться на канал, соблюдать правила поведения и что-то еще, в общем, быть внимательными еще обязательно, ребят, все, всем пока, я устал, все, пора отдыхать, пора монтировать теперь все это, ладно, всем пока.
Ну ты типа хочешь меня подловить на то, что чтобы я прошел через это все говно, правильно? Хорошо. Значит, я сделаю по-умному тоже. Я сейчас просто тупо одену вот такую тему. Смотри. Тара-тара-та-та. Опачки. Алло. Шимаума, ёп. Шимаума. Я подожду его, ладно. Я честный человек, я не нападаю никогда. Я даю ему... Считай до 10. 10.